Давайте все вы полюбуйтесь и запомните, вы нас обещаем, самым лучшим будет в школе первый класс! Сегодня главные герои на торжественной линейке, конечно же, первоклассники. Буквально вчера они были совсем малышами, а теперь школьники. Элина ждала этого дня все лето, даже иногда ночами не спала, думая о первом звонке. И вот теперь ее маленькая мечта осуществилась. Мы будем в школе учиться, писать, читать, новые знания узнавать. Будем получать каждый день пятерки, на двойки мы не будем учиться. Какая же линейка без традиционного звона колокольчиков? Вот они, взрослые одиннадцатиклассники, ведут под ручку тех, кто только начинает свой школьный путь. Когда-то и они 11 лет назад стояли такие скромные с большими бантами. Я хочу новых друзей, новые знания, чтобы я училась на одни пятерки. Каждого первоклашку переполняет трепет и волнение. Они с горящими глазами уже стремятся к знаниям и новым открытиям. Двойняшки Самира и Амира не успели пойти в школу, а уже знают классику и цитируют Пушкина. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, мое мимолетное видение, как гений чистой красоты. Амира, ну расскажи, как вы сегодня готовились к линейке? Расскажи, как прошла линейка, что тебе больше всего понравилось? Мне все понравилось. Я рада, что я поступила в первый класс. Пожалуй, не меньше детей на этом празднике волновались родители. Они едва сдерживали слезы, провожая своего ребенка в первый класс. Это очень важный, волнительный день и очень радостный и для нас, и для детей. Мы все готовились, и родители, и дети готовились, и морально, и, соответственно, все покупки и все остальное. Это все очень радостно для детей в первую очередь. Ну, для родителей, конечно, тоже. Мы к этому готовились очень долго, и морально, и физически. Подготовка у нас была, ну, наверное, мы к этому готовились целый год. Это очень волнительно, трогательно, прям до слез. Первый ребенок, первый класс. На торжественной линейке школьников поздравили и почетные гости. Они пожелали ребятам в новом году легкой учебы, интересных открытий и увлекательных уроков. Хочу пожелать всем вам здоровья, счастья, и чтобы этот год был для тех первоклассников, которые сегодня идут в школу, годом интересным, запоминающимся, и для всех детей, которые сегодня идут в школу, пусть сегодняшний праздник остается надолго в их памяти. Пусть Бог благословит преподавателей и наших учащихся в этот славный день своим обильным благословением. А я знаю, что сейчас и вижу, особенно родители первоклассников, стоят и внутренне молятся и просят, чтобы Всевышний дал благословение нашим деткам. Я хочу всех поздравить, пожелать всем здоровья, удачи и успехов. Конечно, в первую очередь первоклассников и воспитанников детского сада «Солнышко», которые впервые вступают в новую жизнь. В целом, 1 сентября по всей Карачаево-Черкесии за парты сели порядка 6 тысяч школьников. И для всех них начинается путешествие в удивительный мир знаний. Альбина Шаова, Назир Капушев, Архыз, 24.